Расскажи это, пожалуйста, на камеру еще раз. Сань, разминайся, ну умоляю тебя. Первый раз было больше мольбы, да? Натали идет. Натали, нет, это Настя. Настя, а еще это у меня порно подмышка, ну это рюкзак. Окей, сегодня порно подмышка. Жесть. Сегодня опять открыт тренировка с патриотами. И для тех, кто пропустил предыдущую серию, я напомню вам свою гениальную идею. Поскольку я действительно показываю в каждом ролике новую площадку, но на прошлой неделе я придумал так: тренироваться я буду на этой площадке, а потом ехать куда-нибудь и показывать вам новую площадку, чтобы сдерживать обещания. Просто тренить подходы перед трением с Саней, это как все очень жестко, нелепо и сложно сочетаемо. Поэтому сегодня буду делать подходы. Сегодня первый день, когда я делаю их с паузой. В четырехкратном ускорении вряд ли она будет видна, но знаете, я делаю все повторения с паузой. Вот так и вот дела. Погнали. We'll be right back.
Сегодня тренировка у меня заняла 26 минут. Но есть подозрение, что где-то я обсчитался с количеством подходов и сделал больше, чем надо было, больше, чем 6. Если кто будет смотреть и считать, если кто смотрел и считал, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что ленивость это будет пересматривать. Что могу сказать по ощущениям? Ну, конечно, сложнее стало. То есть, вот добавление этих пауз, даже при небольшом количестве повторений, сильно усложняет все дело. Вот. Потому что я сегодня довольно выспавшийся. Так что прикольно. Прикольно. Я думаю, все будут довольны новой техникой. Пишите свои впечатления в комментариях. И двигаемся дальше. Нам еще много предстоит сделать. А тем временем, пока я тут с вами сделал 100-дневочку, народ прямо развлекался. Видите, им весело. Они тренят с Саней. И радуются. Саня веселый. Делает какие-то крутые программки. Обратный ход конем будет сейчас? А я делал какие-то унылые подходы, ну обидно же. Но все ради вас, ребят, все, чтобы показать, что я тоже с вами прохожу программу и не бросаю. Ладно, увидимся завтра. Завтра мы тоже увидимся. Но сначала я сейчас куда-нибудь еще сгоняю и покажу вам новую площадку. Вот такие вот дела. Так что вернемся после перерыва. Уйди с заднего плана. Итак, вот мы и дошли на площадочку в парке Горького. В парке Горького есть площадочка с турничками и кучей разных конструкций для паркура. Поэтому мы решили попросить ее прокомментировать нашего паркур-эксперта Александра. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы ведь занимались когда-то паркуром? Ой, это было давно. Ну, тем не менее, что скажете? Что скажете по поводу вот этих турников, площадки? Давайте пройдем, покажем все. Здесь высокие преграды разные есть. Там преграды прикольные. Стеночки попрыгать, да? Да, можно с одной на другую попрыгивать. Ага. Такие аккуруси вот отсюда вот туда. Маловато. Маловато? А как вот это упора для отжиманий? Вот это вот? Да, стоечку можно учить. Хорошая штука для стоечки, да. Да, и отжимачки на нем можно. Конечно, как там? Я не помню, как называется. Походка кошки там на... Catwalk, да. Да, вот, ну, слишком маленький для этой работки, а вот для отжиманий узким нормально. Да, вообще шик. Здесь это чисто для паркура, для воркаута площадка. Выход, спустился, перепрыгнул, выход, спустился, перепрыгнул. Вот надо здесь тренить будет как-нибудь. Потом берешь весной такой, можно будет. Выход прилетел, брусья. Брусья, да. Прилетел да. Обратно, потянулся. Выход, вот. Чтобы не на кольцах баскетбольных портить, да, вот. Но здесь узко. Ну, нет. Что поделаешь. Здесь не сделаешь. Ты башкой, наверное. Сделаешь, если постараться. Ну, в целом, да, вот такая вот небольшая, ребят, площадочка. Тоже можешь здесь заниматься. И туалет недалеко его, да, отсюда. А Саня его даже отсюда чувствует. Чувствуется. Чувствуется, да. Что как бы все удобства рядом. Так что можете выкладываться на полную в подходе, не переживать. Не переживать, что кто-то спалит. Что что-то выложите лишнее, да. И здесь смотри, блин, здесь даже от дождя может, а хоп-хоп, и там отжимашки делать вот под навесиком. Ну да. Вообще приятно. Что, конечно, там не сделаешь, но если что, там можно. Или вот тут узкий. Ну то есть надо будет как-нибудь здесь потренить, на самом деле, мне кажется. Да нет, весной. Да нет, это не знаю. Ну, а может нет, ладно. Лучше ко мне поехать. Да, вот такая вот сегодня вышла тренировочка, все уже темнеет, мы поехали домой. За шавухой. Мы сначала пойдем за шаурмой, здесь же еще расскажи про шаурму. Здесь царская шаурма, мужичочек прям. Где именно? Около моего универа. Никто не знает, где ты учишься. Московский государственный университет дизайна и технологий. Метро Шаповская, ребята, приезжайте, третий курс, зовите, МВС-14. Я там, так что я уверен, если вы меня сорвете с пары и препод будет не против, я вам скажу спасибо. Но, возможно, меня не будет в универе, так что не облажайтесь. Но шавуха тащит. Вот такие вот дела, а, все. Да. Что? 120 рублей. 120 рублей совсем, совсем божественная цена. И, кажется, если я не ошибаюсь, я никогда не делал, но еще бесплатный чай. Бесплатный чай. Отлично. Господи, пошли уже. На сегодня все, увидимся завтра. Новая площадка, буду делать подходы. Всем. Погнали за столу. Всем снежка.